Полет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года – это результат работы инженеров и ученых всей нашей большой страны, в том числе и пермяков. С конца 50-х годов у нас в Перми целых 19 предприятий под руководством Королёва и Глушко начинают делать и саму ракетоноситель, и двигатели к ней. Вначале жидкостного, потом твердого топлива. Но рабочим очень запомнился подход Королёва к общению с ними. И даже одна его крылатая фраза, она стала у них крылатой. Он очень часто говорил: «Профсоюзного собрания мы с вами устраивать не будем». На освоение космоса и развитие космической науки работали 19 наших предприятий. В марте 1965 года пермяки стали свидетелями приземления аппарата «Восход» в Пермской тайге, после чего в городе появились шоссе космонавтов и улицы имени Беляева и Леонова. Спустя 10 лет Алексей Леонов возглавил первую советско-американскую программу «Союз Аполлон». Интересно, что русскому языку американских аэронавтов не кто-нибудь обучал, а один из родственников дальних нашего основателя города, Василия Никитича Татищева. И Алекс Татищев проникся таким уважением к Алексею Леонову, что передал ему драгоценную реликвию рода Татищевых. Это ремень с семейной пряжкой, с монограммой, которая хранится в нашем краевом музее. Гордится Пермь и космонавтом Свиных, который в свое время учился и работал в Перми.